Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ольгу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Накивает. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ольги, под ногами. Ольги находит все. Но у него демон, у нее, вернее, с воронкой, сразу он, как сказать, выехал с этой воронкой. Хорошо, демон. 12 демон, 18 сама воронка. Воронка 18, хорошо, дальше. Спрут на голове. Спрут. Гуманоид. Вот так вот. Конструкция есть у гуманоида. Инсектоид. Все. Нормальная компания. Инсектоид. Инсектоид, сколько у тебя инкубаторов? Один. Один, хорошо. Сколько ты находился в биополе, инсектоид? 8 месяцев. Даю команду сканеру. Сканер на счет 3 сканирует Ольгу, отключает полностью конструкцию гуманоида до последнего проводка, чипа, датчика, импланта и конвектора. Все это выходит безболезненно, отправляется в клетку-тюрьму. Откуда ты, гуманоид? Сейчас, подожди. Он с Ориона. Не знаешь, у него почему-то все как фантомное, кроме демона с воронкой, как прозрачная конструкция. Я даю команду тонкой, я даю команду сканеру на счет 3. Сканер делает обновление и на счет 3 сканирует пространство над головой Ольги, под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ольги, находит все. Все каналы проявляются, все невидимые каналы становятся видимы. Все сущности в клетке снимаются, маски и голограммы, все стоят в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Если голограмма или копия находится в клетке, загорается ярко-красный маячок. Представляешь, у нее есть хамелеон. Где он? Который сейчас в клетке, который подделал голограмму. Хамелеон не вышел на мою команду? Нет. Ну что, хамелеон? Хамелеон получает удар, 50 тысяч герц, удар. Он меняет цвета, становится как клетка. Влад, дай ему удар, невидимый. Чтобы он, дай ему удар, чтобы он потерял все свои цвета, и положи его на пол, удар. Готово. Хорошо, паразит. Я тебя сейчас скину в галактическое ядро. Ты со мной поиграться решил? Это не игра, это его место обитания. Он сделал точную ее копию, голограмму. Ты первый кандидат на уничтожение сегодня. Если Ольга скажет тебя уничтожить, я открою портал в галактическое ядро и скину тебя туда. Тебе понятно теперь, копировальщик? Ну, понятно. Убери эту голограмму из нее. Даю команду на счет 3 голограмма хамелеона. Сканер сканирует, выводит эту голограмму полностью до 100%. Жесть, сущность паразитарная. Готово. Хорошо, вот ее сейчас лучше видно? Да, конечно. Хорошо, Ольга, вы предполагали, что у вас находится вот эта вся веселая компания? Нет. Хорошо, теперь вы в курсе. Поехали дальше. Я даю команду тонкой копии Ольги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ольге. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Конструкция энергии возвращается. Все? Металлические. Ах, вот как, понятно, металлические. Это от гуманоида, а хамелеону? А хамелеону какая-то двойственность, что ли, возвращается, как накладка. У нее в голове иногда возникало что-то, как дежавю. И кто был это дежавю? Хамелеон? Голограмма. Голограмма. Я даю команду сканеру. Сканер сканирует сейчас голограмму хамелеона. И заносит ее в банк данных. Делает обновление.
А знаешь, она у него не просто голограмма, как делают драконы, например, из своих энергий. Она у него какая-то техногенная, точности повторяющая копия, плюс со своими техническим прогрессом, видимо, хамелеонов. Ну хорошо, хамелеон. Будем разбираться, куда тебя сегодня отправить. Потому что у нее как сеточка внутри такая, этой голограммы, которая полностью повторяет очертания Ольги и наполняет ее как жизнью, что ли. Сколько находился хамелеон в биополе? Пошла информация. 7 лет. 7 лет. Бум. Сколько находился гуманоид в этой, вместе со своей конструкцией в биополе Ольги? 3 года. Он говорил, что было очень удобно с этой голограммой. Сколько находился спрут в биополе Ольги? Спрут 4 месяца. И сколько находился демон со своей воронкой? Года 3 месяца, причем он с воронкой заходил-выходил вокруг нее. Демон, ты мне сейчас должен будешь объяснить вот это все с твоей воронкой, заходы и приходы. Поднимала вибрации она иногда, неуютно ему было, он уходил, да? Уходил, но он в воронке находится, и воронка, как юла, выезжает, заезжает туда-сюда. Реверс закончился. Хорошо, установили фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Ольга забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что не взяли до последней капли, возвращается назад. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Гуманоид, ты ловец душ? Нет. А ловец чего? Он собирает банк данных для дальнейшего изучения жизни человека. И зачем оно тебе надо? Не мне надо, моей цивилизации. Хорошо, с каким людям, с каким душам ты еще подключен? Никому. Проверим. Есть такая возможность. Голограмма ДНК возвращается. Она его использовала, чтобы сделать точную копию, поэтому сканер не распознал сразу. То есть там были родные частицы в этой голограмме. Готово, закончился реверс. Хорошо. Начинаем тогда со спрута. Спрут. Выходи, собирай все, что ты оставил, отключайся полностью, возвращайся в клетку-тюрьму и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит. Я вас предупредил. Но на голове. Голова, и за шею он держится щупальцем, обмотал вокруг шеи. Как она ощущала это на физическом плане, спрут, где у нее боли были? И какие боли? Каша. Каша в голове. Каша в голове. Хорошо. То есть он получается, что сам сверху и держится за голосовую чакру. Он за нее держится, а собирает он энергии верхней чакры. Если он держится за горло, она по-любому должна была это ощущать. Он собрался. Хорошо. Так, демон, что ты установил в ее биополе? Веревки у него. Давай. И щиколотки. Выходи, вытаскивай, снимай все, отключайся полностью. Понижал он ей вибрации, пытался. И как, получалось? Иногда получалось, иногда нет. Хорошо, лярвы есть в биополе? Посмотри. Помощников у меня мало, нежных. Снялся. Есть лярвы в биополе, Ольги, посмотри. У нее есть затемнение, ниже живота и горла лярв нету. Хорошо, возвращайся в клетку, даю команду на счет 3. Ольга выводит эти затемнения. 1, 2, 3. Полностью формируется в шар. Готово. Забираешь демон? Давай. Отправляю. А откуда эти затемнения пошли, скажи мне? Он не знает откуда. Хорошо, пошли дальше. Спрут и демон, значит, нас все забрали. Гуманоид, у тебя что-то осталось еще на чистоте? Ольги, посмотри, биополе. Подожди, кто? Потому что демон тут говорит, что столько. Хорошо, значит, давай тогда демон закончит говорить, и мы перейдем к гуманоиду. Что ты хотел сказать, демон? Он говорит, что столько дерьма у вас в мире рядом с вами. Ты меня спрашиваешь, откуда у нее затемнение? Ну, не у всех затемнение. Миллион причин.
Ну, миллион людей живет и миллиарды, и не у всех же есть затемнение, правильно? Значит, что там было? Правильно. В основном это лярвы, а не затемнение. Вот именно. Хорошо, ты закончил, тогда переходим к гуманоиду. А еще я тебя спрошу, демон, тебя интересует эмоциональный фантом? А как же? Ну хорошо, тогда подумай, может, ты мне еще дашь какие-то ценные информации, на что и обратить внимание, а я потом дам отдельную команду. Переходим к гуманоиду. Гуманоид, посмотри, что у тебя осталось еще в биополе, что мы не вывели. Вывели полностью всю конструкцию. Хорошо, инсектоид, прошу тебя выйти и собрать все, что ты оставил в биополе, вытаскивай свой инкубатор, ничего не забывай. Приступай. Готов. Хорошо. Хамелеон, что-нибудь осталось в биополе Ольги на твоей чистоте? Нет. Хорошо, поехали дальше. Отлично, включаю внутренний белый свет Ольги. И Ольга выдавливает этим белым светом все негативные остаточные энергии на частоток интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел свет, выдавливает эти энергии, они формируются перед Ольгой в шар. Да, шар вышел. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Шар уходит на переработку. Большой шар был. Закрываю, печатаю, растворяю. Ты знаешь, там вышли энергии этой голограммы. Те, которые она даже сама не могла распознать, что они чужеродные. Сейчас они выдавились. Отлично. Даю команду Ольге на счет 3 сделать импульс высоковибрационного шокового удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы к интерферентам. Отлетели все. Открывая портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Даю команду сканеру, команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. Выходит эмоциональный фантом Ольги, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое вибрационное эмоциональное энергии, злое и регенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышло. Много вышло? Много. Хорошо. Ольга, это все энергии, которые вы сами произвели. Вы готовы от них избавиться? Готова. Хорошо, собираю это все в шар. Демон, забираешь? Давай. Отправляю демону. Давай, демон, скажи мне, какая частая вибрация тебя больше всего интересовала? Что там было? Крик, скандалы, гнев, страх, ужас, нервозность? Объясни мне. Вернее, ей. Где ее слабые места? На что стоит обратить внимание? Нервозность. Незаканчивание. Дел, да? Которое начинается. Да. Хорошо. Еще есть что-то? Он показывает больше, из одного в другое вытекает. Дела не заканчиваются, прыгает с одного на другое. Но как он показывает? Ну, правильно, это хорошо. В его понятии это в его понятии. Видит и усугубляет, пытается. Угу. Как только она поднимает вибрацию, он елой выходит из этой воронки и крутится рядом. Хорошо, все, мы тогда все у нас все вроде забрали. Проверку. Все прошли, буду отпускать. Демон, я прошу тебя больше не приходить в ее биополе. Ты меня услышал? Услышал. Хорошо, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон с воронкой уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, спрут. Больше в это биополе не приходи. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готов. Хорошо, инсектуй, ты больше в это биополе не приходишь. Тебе это понятно, да? Понятно. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Приветствую тебя, Ли. Обрати внимание, у меня сейчас один гуманоид Ориона здесь с конструкцией 3 года сидел. И хамелеон с копией и даже частицы ДНК мы оттуда вытащили. Вот хамелеон, по-моему, за 7 лет еще больше сделал вреда, чем все остальные. Ну, это мое мнение. Посмотри, пожалуйста.
С конструкцией все вернули? Да. Гуманоиды забираем, хамелеона забираем. Отлично, хорошо. Ну все, хамелеон, пиши письма. Под конструкцией гуманоида открывается портал в галактическое ядро. Конструкция уходит на переработку, закрывает, печатаю, растворяй. И под копией пленкой хамелеона открывается портал в галактическое ядро. Она тоже уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Готово, их забрали. Отлично, хорошо. На свободу с чистой совестью. Поехали дальше. По частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое или было, оно проявляется. Дождели говорит тебе, что это неплохое наказание. Я его придумал. Какое? Лишь возможности менять цвета. Благодарю тебя. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое или было, оно проявляется. Чисто. Переходим на чистоту неупокоенные бесплотные души. Душа есть. Выходит душа. Белый фантом. Отправляя в клетку. Обращаясь к неупокоенной душе. Кто ты? Представься. Мира. Мира. Как давно ты покинула это воплощение, закончила его? Сколько тебе лет было? Она руки сложила, как в молитве. Говорит, что она за жизнь держалась, хотя прожила очень долго. 98 лет умерла, но хотела еще жить. Радость получала от жизни. И как давно это было, когда ты умерла? 3 года назад. 3 года. Почему ты решила уйти? Поняла, что пора уходить? И никто тебя не видит? Конечно, все, что сделано, сделано. Конечно. Нужно идти дальше. Сколько ты находила в биополе, находилась в биополе Ольги? 10 дней. Ты знала, что мы открываем порталы? Вы называете это предчувствием. Это знание изнутри. Веришь и не веришь. Понятно. И ты это услышала и поверила и пришла, да? Да, есть определенная энергия, предчувствие, которое имеет свою вибрацию, на которую я притянулась. Хорошо, не буду. И ждала. Хорошо, Мира, не буду тебя больше задерживать. Ты, наверное, как хочешь, чтобы мы тебе открыли светлый портал, и ты да, ушла. Жду. Хорошо. И я даю команду на счет 3 открывается. Светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Мира идет в этот портал. Мы желаем ей всего наилучшего. Ее встречает куратор, все друзья, все, кого она любила и знала. Встречает ее? Встречает, она благодарит, и она очень рада. Во благо. Желаем всего лучшего в следующей жизни. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали дальше. Есть. Пусть тонкая копия Ольги вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 620. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ольги до числового значения 620 Гц. Пошел подъем. Ольга светит энергиями, и ей нужно понимать уровень своего счастья. Ее пользуют иногда из-за ее энергии, которую она готова дарить. А, в этом плане. Понятно. Значит, она не защищает свои энергии. Эмоциональное состояние на 620 Гц, не больше. И расплескивает это все по дороге. Хорошо. Это ее баланс, который надо защищать. Мы передали. И я имею в виду говорить «нет», уметь отказывать. Это очень важно. Самое трудное слово. И защищать свои энергии. С этого вообще все начинается. Отлично. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ольга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я дышу. Это значит, открылись и прочистились какие-то поры, мои чакры. Каналы. Я дышу. Руки дела дышат, я чувствую потоки. Заправляетесь энергиями, как мы показали вам в этом сеансе.
администратор Ольга пришлет вам, как выглядит Меркаба. Вы можете ее сами себе устанавливать. Ежедневно не забывайте сбрасывать, выдавливать негатив. Как это делать? Мы сегодня показали в виде темных шаров, которые мы с вами проводили. Плюс визуализация. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.